Вечная слава героям. У Гомеля сегодня открыли дошку памяти командующему 16-й поветренной армии Сергею Руденко и летчикам, которые загинули при вызволении Гомеля. Вероника Гамзюкова побывала на церемонии. У час Великой Отечественной войны Сергей Руденко был удельником битвы за Сталинград и Курск. Он командовал летчиками у таких операциях, как Берлинская, Варшавско-Познанская, Паудньово-Померанская и Белорусская. Самолеты обеспечивали поспех наступления советских войск на Запад, от битвы за Днепр до опошнего дня операции «Багратион». Авиация блескуче выполняла свою задачу в белорусском небе. За выдатное выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу геройства, генерал-полковнику авиации Сергею Руденко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медаля «Золотая зорка». После Курской битвы штаб Руденки перебазировался на ускраину Гомеля. У те часы вёску Прудок, а сёння частку города. Менавіта по гэтай причине дошку памяти усталявали тут, на территории Гомельского городского кадетского училища. На трохтонном камяні размещена дошка с портретом героя СССР и памятным надписом, а так само имены тех, кто загинул при вызволении Гомеля. Нет нигде на территории Белоруссии доски, которая бы напоминала, что здесь свой след оставила 16-я воздушная армия и непосредственно ее командующий Сергей Игнатьевич Руденко. Когда Сергей Игнатьевич выступал, особенно перед молодым поколением, ему всегда задавали вопрос: «А что вам памятно из военных событий?» Он всегда отвечал: «Мужество и героизм советского солдата». И в первую очередь, конечно, моих летчиков, воздушных стрелков и технического персонала. Открытие дошки памяти примерковано и до знаменальной даты. У этом годе исполнилось 115 годов с дня народжения полководца авиации. Не обошлось у этот день и без памятных подарунков. Делегация с Курска передала Гомельскому кадетскому корпусу две книги, присвеченные житью маршала военной авиации. Гомельское кадетское училище поддержало инициативу жителей Курска и Гомельского городского исполнительного комитета об открытии доски, посвященной летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Это является патриотическим воспитанием нашего молодого поколения, и чтобы они знали и историю не только Беларуси, но и своего родного города. Увековечивать память героев СССР у кадетским в училище протягнуть. Зараз тут уже працует музей Великой Отечественной войны. Але у планах сделать экспозицию, присвеченную именно летчикам. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».